Дорогие друзья, с вами Феникс, всем привет, мы сегодня продолжаем проходить Tomb Raider, Лара Крофт, Расхитительница гробниц. Это наша следующая часть, мы вот забрались в эту гробницу, и нам нужно как-то попасть туда наверх. Пока, честно говоря, не очень понимаю, как это сделать, но немножко я уже понял, здесь есть два рычага, надо это делать теперь на время, успевать. Протыркивать два быстро рычага, то есть если вы быстро умеете протыркивать Е, то это для вас нужно, по-моему, здесь быстренько закрыть вот те двери, теперь быстренько поднять вот этот лифт, видите, там уже разрушается, ветер опять начинает поступать, быстренько запрыгиваем сюда и быстренько запрыгиваем сюда, сейчас ветер откроет, нам так ветер, мы полетели туда вперед и опа-да! И мы находимся вот здесь. Вот таким вот образом нужно проходить это место, как я понял. Вроде бы все правильно. Здесь стоит перепрыгнуть. О, как мне принц Персии не хватает, дорогие друзья. Я сразу начинаю вспоминать принц Персию. Так, видимо, нам сюда. Красиво, да. Была, наверное, когда-то часть, да, большого комплекса. Когда-то. Это что за верху шипы такие? Так, ну мы нашли сундучок со всякими прелестями. Что же мы в этом сундуке полезного для нашей Ларочки найдем? И что там было? Гробница расхищена. Зал вознесения пройден. Очко навыка. Пистолет. Одна из частей пистолета тут находилась. И, по-видимому, мы будем находить таких гробниц достаточно очень много. По крайней мере, это моя уже вторая гробница. Дорогие друзья, я... А, кстати... Лагерь 4 из 5, документ 2 из 7, артефакт 1 из 6, тайник 3 из 15. Третий даже... А, нет, гробниц расхищен 2 из 2. То есть я на данный момент пока расхитил максимальный гробниц, но... Пока я еще не встречу гробниц. Что это за шипы такие? Ладно, неважно, нам стоит двигаться дальше. Теперь вот только вопрос. Просто спрыгнуть, наверное. А я тут мучился, что мне делать в этой гробнице. Я не знал. Я думал, меня вообще вот здесь ветром сдует. Ну, как видите, не сдуло. Кстати, очки навыки. Нам дали одну очку навыка, которую мы можем потратить. У нас 402 запчасти еще есть. Вау, мы можем, кстати, апгрейдить. Выберем одежду по умолчанию. По умолчанию мне Лара больше нравится. Она как-то... Прям ух. Кстати, сегодня, не, точнее, да, по-моему, сегодня компания подтвердила о продолжении Лары Крофт Tomb Raider, то есть будет следующая часть этой игры. Также, не знаю, слухи это или нет, говорят о том, что фильм сделают по этой игре. Не знаю, правда это или нет, что это будет похоже, будет ли это старая актриса. Очень, кстати, симпатичная, если вы помните, кто играл Лару Крофт. Я бы очень хотел, чтобы она играла Лару Крофт, она очень красивая. Что будет, не знаю. Все, в будущем на что нам не хватает. Точнее, у нас есть одно очко опыта, и мы будем его тратить. Вы можете дольше лук держать, мы потратим на это. Все, мы открыли следующие, разблокировали тяжеловес, то есть дальше мы будем больше таскать оружие, вещей и так далее. Ну, это уже на следующем уровне. И отправляемся дальше. Полезно открывать, как видите, гробницы. Расхищать эти гробницы. Так, эти, по-моему, куда-то туда. Подождите.
Ларочка. Вспомни, пожалуйста, куда нам идти. Не, ну зал Вознесения, мы тут уже все это. Ну, значит, сюда нам идти. А, я помню, да, мы прошли по этой пещере, нашли вот это вот. Кто-то не дошел. Нашли этот зал Вознесения. Ну, вот мы находимся с вами здесь теперь. Если нам больше делать нечего, надо отсюда выходить, выходить. Обновлена. Спасибо. Да, теперь мы можем находить теперь на карте нужные нам вещи. И, точнее, лагеря и так далее и тому подобное. Я бы назвал это полуоткрытый мир. В принципе, он открытый. Так, а наша задача основная вон туда каким-то образом попасть. Чтобы туда попасть, вижу эту штуковину, вижу ту штуковину. Угу. Видимо, вот так вот. Ух ты! Ух, блин. Офигеть. И сразу принц Перси, вспоминая, помните, там в одной из частей, где принц Перси тоже с девушкой. Не понял. А, привязывать не к чему, да, Лара? Ты имеешь это в виду? А, если я туда сигану. Попробуем прыгнуть. Джеронимо! Нормально все. Помните одну из частей Принц Перси, где он ходил с девушкой, там вот где прыгать очень много надо было. Зачем я их поджигаю, вот это понять не могу. Они опыт дают. Мы какие-то статуи освещаем. Нет, Лара, лук нужен, лук. Кстати, патрона у меня нету, к пулемету нету, нету, нету. Давай, Ларочка, давай. Давай, малышка. О, яйца какие-то. Надеюсь, не орла. Ё-моё, мимо. Страшно прыгать тут, потому что высота, чёрт знает какая. Это Китай, здесь все в горах. Все в островах и горах. То есть Япония, я имел в виду Япония. О, очередной. Пришло время покинуть этот проклятый остров. Довольно с меня Яматая. Трудно объяснить словами природу власти императрицы Солнца, но она явно не от нашего мира. Все мои намерения были известны императрице с той минуты, как только моя нога ступила на ее землю. Она манипулировала мной, играла со мной. Она уже все знала. Если мне не суждено выбраться отсюда, я должен хотя бы предупредить своего господина. Ему необходимо любой ценой избегать Яматая. Если нам потребуется пройти здешними морскими путями, следует соглашаться на любую объявленную пошлину. Но ни в коем случае не идти против императрицы Солнца. Это приведет лишь к гибели. О другом виденном здесь, об этих мрачных кошмарах, лучше об этом не знать никому. То ли это проклятие какое-то самой императрицы, то ли что. Императрица была чистым реальным злом. Что-то с этим местом вообще не то. Так, могу туда стрельнуть и пойти обратно. Возможно, мне и туда и надо, а возможно, мне надо... А мне надо тут... Какой ветер. Ветрюк какой, аж камеру шатал. Ой, Лара, ты же туда... Ой-ой, господи. Лара. Давай, давай, милая, давай, ускорься. Давай, родная. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы так были близки. Ах! И мы зацепились. Молодец, красавец. Сигнальная ракета. Я думаю, он где-то вперед убежал. На разведку пошел. А как она знает, как его зовут? А, ну да, он же, по-моему, по рации или запомнил. Я даже не запомнил, как его зовут. О. Ништяки. Эй, Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец.
Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Зайчики. Какие милые. Ой. Я зайчика пристрелил. Ты кролик. Ладно, этому жить дам. За них много чего дают, надо их отстреливать. Кролики полезные. Так, ладно. Че я огонь зажег? А, пещера же. Сухой каньон. Темно. Тихо, Лара, тихо. Это что такое? О, ящичек. Туда надо идти вперед. Вперед нам надо. Ага, тут стенка. Как он туда прошел? А, вот. Эти развалины еще до курганного периода. Это тут ништяков валяется много. Что это? Все поклонялись этой императрице. Воду, главное, с огнем не зайти. Паломничество. Императрица Пимика? Императрица. Это и есть императрица? Так и изображали. Мы видели в самом начале что-то похожее имп. А, опять ветер. Невероятно. Вон он. Капитан Джессоп! Капитан! Боже мой! Что с ним творится? Ух ты, ёлки-палки! Что ж вы, гад, творите такие? Кто они такие? Эй, это тут... слишком много неприятностей. Где-то я тебя не видел. Но ты наивна и весьма предсказуема. Убить её! Это они! Они миллионы! Это что такое творится вообще здесь? Эти звуки не нравятся. Оба. Нарубленные люди, подвешенные люди. Обалдеть, да, дорогие друзья? И что? Давай, Лара. А, опять, помните, как в самом начале? Давай, Лара, раскачивайся, надо ноги закинуть. Да, блин. Давай. Оп, оп, оп. Оп, оп. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед. И есть. И давай, Лара, 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 Лара. Бум. Ну, Лара, не привыкать падать. Что здесь происходит? А вот, кстати, и разрубленный этот самый наш пилот. Второй пилот. Я думал, он выживет. Они ломают рации, то есть... Ого, мясник. Какой большой. Ё-моё. Фу, тут ноги, руки валяются. Всякая такая гадость. Я думаю, нам... Ой. Ой-ой-ой. Ты чуть за мутант такой большой. Карлик, переросток. Давай, Лара, побыльником отсюда смоемся. Одни убивают других, другие убивают тех, кто...
кто те? Одни фанатики, а другие кто? Тоже фанатики, только из другого клана, что ли? Сериал «Остаться в живых», блин. Опять Витрюга, горный монастырь. Все улетает чертям, видите? Я тут не лечу, так, стрела. Похоже на японских военных или американских военных. Или на фашистов, тех самых, про которых я пару серий рассказывал. Что же творится тут, вообще непонятно. Нам стоит идти вперед, дабы, чтобы нас тут толстяк не нашел. Дрбаш. Надеюсь, не совсем заржавело. А ну. Так, дрбашом можно разрушать разные. Слышали? Они уже ищут. Не успели мы сбежать, так нас уже ищут. Блин, а куда идти-то? Угу, дробаш нужен. Нет, пулемет. Нет, дробаш. Не пробивается. Двери запечатаны. Идти туда. Думай, Лара, думай, куда тебе нужно идти. А если просто вот это прострелить? Если не надо ее прострелить, а просто залезть. Ненавижу гробницы. А мне казалось, Лара любит гробницы. Ее штурмовые стражи. А вот она, штурмовые стражи. Пимика, первая императрица солнца. Это Яматай. Это ее гробница? Да ладно. И что мы там найдем интересненького? Это действительно ты? Там, наверное, запашок-то. Вернее, твои останки. Невероятно. Ну, гробницу мы нашли, уже радует. Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? Ну, может быть, затоплять всех? А вот и ты, императрица. Стоп. Огонь, вода. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Черт, нет. Вот почему женщин убивали, чтобы не было наследницы у нее. Чтобы Пимика не могла... Все понятно, чтобы Пимика не могла вознестись. Пошла. Черт. Вот почему так мужиков много. Они, наверное, есть. Они потомки того племени, наверное, или что-то в этом роде. А, еще. О, я слышу пулемет.
всеми разобрался. То есть она не нашла, получается, она не нашла себе наследницу. Всех женщин убили. И из-за этого как бы все закончилось. Теперь надо подумать, как отсюда выбраться. Угу, у нас есть. А, все, я понял, как выбраться. Вот. Что это такое? Вот у меня такой же вопрос. Вы видели или слышали, наверное, точно. Там наверху какой-то этот, по-моему, этот монстр, который здоровый. Карлик-переросток, который жрет, наверное, людей. Лагерь. Так, у нас есть один навык. Так, это что такое? Тяжеловесы прыгнут. Боезапас. Искусство убивает. Получите больше опыта за искусство. Понятно. Этот штамм. Кидать в них. Так, держите Shift, потом F нажимаете. Можно кидаться в них грязью. Представляете? Вот так вот. Ничего себе. Значит, Пимика не нашла себе наследницу. Видимо, она не такая злая была. Или бы что мы с ней хотим сделать? Найти ей наследницу? Хотя было бы здорово на это посмотреть. Хотя, может быть, кто-то ищет. Так я не понимаю все равно, что это за два племени, которые мы сейчас встретили. Они либо наследники тех самых вот, наверное, мужчин, которые решили уничтожить эту Пимику, потому что как посол Китая, когда прибыл сюда, он сказал, что нужно передать, и, наверное, сюда отправились воины, которые начали вырезать всех женщин для того, чтобы не было обряда вот этого очищения, чтобы Пимика снова не вознеслась. Вот так вот, наверное, все было, скорее всего, это так. А кто второй лагерь вот этих, кто напал, я так и не понял пока еще. Но мы на этом закончим, подведем итог. Неплохая развязка, неплохая пока история. Все отлично идет, все пока очень нравится. С вами был Феникс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо, всем пока.